Самый такой вариант быстро собраться – это принять холодный душ. Я обожаю эту процедуру. Вот. И действительно холодный, не прохладный, холодный ледяной душ. Прям стою там 20-30 секунд под ним. Очень хорошо и бодрит, и сразу светлая голова, и быстро собираешься. Мысли приходят нужные в голову. Вот. Так что, друзья, всем советую. Холодный душ. Это полезно. И сразу план дня выстраивается.